Привет-привет, мой дорогой зритель! Ты на канале Black Knot, и сегодня мы играем с тобой в игру World of Warcraft. Как обычно, ну ты знаешь, ты наверное уже понял, что это одна из самых любимых мной игр. Тебе желаю приятного просмотра, прожимай свой жирный лайк, подписывайся на канал, если еще не подписан. Погнали! Как быстро, ё-моё. О, что-то новенькое. Да, ожог мне руб. Кстати, тут должны быть квесты. У меня банок на ману очень мало. А тут вроде один босс вообще показывает. Или это один этаж? Я не знаю, кстати, не посмотрел. Не, это самый последний этаж. Потому что должна быть рядовая яма, логово. Всего тут три босса. Мы сейчас на власти. И все же я побоюсь за мага, он дамажит побольше. Мы сейчас на власти. Но... Да, потом заскочишь за мага. Да, эти пауки дурацкие, блин, не люблю эти этажи с пауками. А что поделать? Что у нас там? Какие все тут меня отвлекают? 77% мне хочется тебя отхилить. Не надо меня хилить. Занимайся делами. Ты когда-нибудь с пауков снимал шкуру? Нет. Вот. А можно снять? А можно снять, прикинь. Что за письмо приходит постоянно? То, что она присылает эти фишки, да? Да, у меня было письмо. Я вас вытягиваю еще по хилу. Дальше пойдем. Надо все-таки накопить. А ты что, захила, что? А, ты захила? Слушай, кто-то позвал уже босса. Или нет? Нет, это еще не босс. Не держит, не держит, мне жопа. Ни хрена, я притворюсь мёртвым. Ух ты ж. Блин, сейчас еще и подвесный, тут вообще было бы нехорошо. Да ладно, ну вот спрашивается, и нахрена было это делать? А что делать? Там, нафига это сделал, я в коконе вообще упал. Меня выкинуло? В начало инста. Нет, из игры. А куда? Из игры! Да ладно, заходи обратно. Странно. Я не могу. В смысле из игры? Из инста или вообще из игры? Ого. Чё за фигня? Не могу зайти. Перезапусти клиент. Всё, захожу. Сразу к вам. А, ты уже здесь. Да-да-да, я же говорю, сразу к вам. В ожолне руби я что-то давненько не был. Ага, понятно, ты там есть мёд. Нахрена ты их опять призываешь? Так нет, мне чтобы спросить, понимаешь, что, блин, все готовы, не все ли готовы? Ты прибежал, всё это... Блин, я ещё не могу ауешкой херачить, потому что меня постоянно кидает. Я не успеваю хилить танка, я хилить, да, хилить танка. Вообще никого не успеваю хилить. Всё, не успел. Тебя так положили, да потому что меня дезориентирующий паутина бросает, я ничего делать не могу. Занимайся, занимайся танком. Да хрен там, там что-то вообще не держит, правда? Вообще, может быть. Слушай, тут вообще можно по-хорошему, знаешь как? Можно, если меня положили, можно быстренько просто вставать и бежать к вам бить дальше, потому что бежать-то могу. Нет, ты не можешь пока... Могу, могу. Могу. Разве? Да, вы сейчас дрались, я пошел. Я давала подняться раньше. Я же говорю, вы сейчас дрались, а я добежал. Я встал. Чего у нас охотница на демонов чернокнижник? 72-й, 146 шмот. Паладин 152. 152, понимаешь, он не держит агр. Посмотрим. Но у меня есть... А, вот у меня тотем тремора. Будешь кидать сейчас тотем тремора? Да.
И чё вы там... А, вы там идёте? Я думал, вы не идёте. У меня после их обновлений какие-то эти самые отключаются, какие-то аддоны. Ну сейчас хотя бы аддон на хила работает, и то хорошо. Так может не стоит сразу всех звать? Угу, как бы... Немножко я вот так вот думаю. Ну ты ещё одного бьёт. Сразу открыться надо. Да всё, да, меня начинает бить сразу. Иди отсюда. Живи, тебе говорят. Я сам. А, ты меня поднял, то есть вылечил. Пока мана есть, я держу. Сейчас нас хотя бы в страх не кидает. Уже хоть что. Капитанка могу нормально. Блин, ну я смотрю, ты вроде там подхиливаешь нас. А? Вроде я говорю, ты нас подхилишь, что ты там успеваешь делать. Смотрим правильно, проверь, вот и всё. Так, Андрюха, а ну подожди пару секунд. Ладно, ты это можешь. Дай нос, помоги, покажу. А то у меня как-то не вовремя кровь носом пошла. Ага, а чё? Ах, Андрюха, Андрюха. Жизнь тяжёлая. Прям нос нет. Опа, кто-то ему упал, походу. Так, опять эта монета. Нет, стоит. Он уже здесь. Нужен другой, на него нет маны. Ага. Что-то мы что-то тут как-то что-то пытаемся сделать. Еще не падаем. Самое главное, что не падаем. Там 13% КП. 45, убиваю. Так, если я ушел по мане. Упс, тут его надержу. Может, тебе не вставать больше, как хил пока? Фиг знает. Если у тебя нет отдельного шмота на хил. Вот. На ману нужно что-то. Ну и чё? Молодец танк, молодец! Походу мы ещё раз запляжем, да? Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Сколько молодцы я тебе дал. Идём? Ты! Поближе. Смотри, тут кто-то уйдешь. Благодарил бы вас. Да ладно, мы еще и выдержали. Еще и на тебя ткань упала. На мага. Которую я одеть не могу. Персональное при получении. Да? Или мы идем вниз? Не знаю. Имею в виду, что это был первый босс. Мы, скорее всего, идем дальше вниз. Да, мы идем вниз. Тогда это надолго. Да нет. Я подумал, может быть, мне портнуться за банками, потому что у меня банок вообще нет. Пока мы тут возле входа. Попробуй. Напиши, что ты партнёшься за банками для маны. Ты имеешь в виду быстрое восстановление? Или покушать на ману? Нет, хоть какие-то, потому что у меня еды нет никакой вообще. Еды на ману, мне кажется, вообще тоже нет, Андрюх. Чё там книжница бежит? Чё дает? А у меня одну штуку. Слушай, я знаю, что тебе могут дать? У тебя, может, есть такие, а ну? Такие есть у тебя? Я тебе не могу его передать, фак. Передержал? А не, можешь? Можешь? Что? Чё за еда тюленя где? Не еда тюленя я тебе кинул. Я тебе кинул банки на восстановление. Причём все сразу. А банки не дали все банки. Враг преодолел ворота! Быстрее, перебросьте туда силы! Бегу за ними. Может, пока подержу, а там, если что. Блин, может, мне сейчас увеличится сила атаки? Видишь, они уже где-то там. Прыгай. А нафига? А, они внизу дерутся. Сюда. Мне не надо прыгать, я сверху буду бить их. А, хрен там. Хрен там, я буду сверху бить. А вообще полного можно было отбежать? Я бежал? А я просто так думал. Так, я вроде что-то как-то здесь даже что-то делаю. Очень просто. Блин, там такой большой этот есть. Толстенький. Блин, а ты видишь, что там нам большая элитка помогает убить их всех? Они дерутся между собой, не видишь? Я ману выкрутил. Вот этот нас бьет. Анубарский. Да, он этот выбил. Ага.
Это он меня бьет или кого он там бьет? Кстати, он большой, на него можно и это использовать. Сволочь, он не дает. Хрен там, у меня воскрешение. Блин, у меня кресты заканчиваются. Скоро воскрешу. А это фигово. Так, это сразу... Подожди, это сразу босс. Правильно? 154 тонны. А вот сейчас я уже лёг. А паладин, походу, тоже сам себя держит, правда? Да. Паладин, да. Ему, мне кажется. Хотя потихоньку, смотрю, держит. Осталось 100 кусков у этого. Не могу вот болячками залетать. Да, он так и сделает. Потому что я же снимал болячки с вас. Всё, у меня жопа. Один танк остался. Ты могу встать, мы не можем встать. Так я тебе и говорю, поэтому ты не можешь бежать, пока все не сдохнут или пока не закончится бой. Ну я имею в виду, может это пока только босса бьешь и все? Да. Так, 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 так. Давай хлопочек, видел? Ага, я видел. А ну успевать отхиливать. Что-то мне кажется, сила атаки у меня упала очень сильно. Из-за чего? Не знаю, из-за лука, наверное. Хотя он должен больше бить. То есть он вроде мощнее. А когда я отъезжаю, куда полегче? Так, где мой арбалет? А ну-ка, я буду сейчас читать. Быстренько. Ух ты, что он и главный подоспел. Блин, а чё как меня так притянуло-то? Так он сам так притянул. Всё. Главное, чтобы без хэппи-энда. Хэппи-энд! Куда убежал наш, я до него не достаю. Там с той стороны от босса, ё-моё. Я еще не успел драться с ним, у меня уже мана на исходе. Понимаешь? Так, так, я понял, надо от него отбегать. Да-да-да. Так, я так понимаю, у тебя не хватает рук на меня вылечить. Я сам тут. Да у тебя вроде еще неплохая ситуация. Это да. Была. Я только что восстановился. Блин, и опять кожа. Кто тебя бьет, скажи? Меня бьет общее. Все, 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 я ушел. Фух, я ушел. Успел. У меня просто-напросто закончилась мана. Я тебя уже даже не выхилил. Ты еще ледяную ткань успел поднять с него? Да. Так, я так и не дочитал. Мне критического мне добавляется сейчас больше. Так, они куда пошли? Вниз? Вообще где они? Да, так обратно отбегай. О, туда вниз. Угу. Они уже кого-то бьют мелких. Да, только что-то я как-то без этого, без ХП бегу. Андрюха, они где-то... А, справа бегут. Оставь, 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 оставь. Как-то восстановим. Сейчас упаду, сяду, поем. Вот пассивка включилась, она тебя хилит по дороге. Мало, но приятно. Уже что-то? Уже почти 50%. Андрюха, мы точно по месту прибежали? Да, вот они где-то здесь должны быть. А нету? Чуть я их не вижу. Мне кажется, они пошли по верху. Да, нет, мы были сверху, а еще ниже. Может, они в дырке уже? И вниз ушли. Да не могли? А может, и в дырку попали? А как в дырку попасть? Здесь же не пройти. Или пройти? Да, Андрюха, они походу вниз пошли. А как там выжить? Прыгать в воду? Особо вариантов и не было. Да, тебя прямо в воду сбросить. Ни хрена тут. Так я их не вижу все равно. А вон они где-то там впереди. Бежим к ним. Бежим. Вот эти они били по 2400. Да-да-да, наверное. Да прям такие чемпионы по скоростному бегу прям обидеть нас хотят. Пофиг. Главное, чтобы мана восстановилась. Ну да. Вроде все так же. Блин, пошел, что ли? Что говоришь? На меня столько болячек навесили, говорю.
Без выстрелов этого оружия. Так, тихо. Стрелы. Так же стрелы. А их не слышно, они тише делают. Они делают так. Они делают так. Тю, тю. Оружие. Бабах, бабах, бабах. А это. Я был королем этой империи. Андрюха, они сейчас сразу будут бить его. У тебя есть? А я в полу. Теперь я снова оберегаю это королевство. А я не могу стрелять? А что за фигня? Не могу стрелять. Я не могу фигня. А, Андрюха, мы должны быть в кругу. Мы должны быть в кругу. Они должны, мы должны быть в кругу. Ой, блин. Главное, что я могу тебя подкинуть. А мой питомец может туда пойти, кстати. Говорил какой-то хер, который вышел в 30 кусков ХП. Да я, пожалуй, стану. А кто вышел еще из круга? Блин, все вышли из круга, просто танк начал бить дальше, зачем? Блин, я тебе скажу, танк неплохо справляется. Так, питомец, со мной дебей. Попируйте их плотью. Я сам бить не могу. Пусть бьет мой перс. Ой, да, мой этот. Мое животное. Это да. Че, у меня 21 тысяча хп. А, у меня сейчас жопа. Так вот. А у босса так сказать. Все, у меня жопа. Колечко? Да. Если ты подкрепиться не можешь. Конечно нет. Я в бою. Я лично буду пытаться. Одного атакующего положили. О, уже тепла побежали. Ух, реально. Да, он только использовал это. А так как ты выжил? У тебя 9%? Или тебя еще упал яд? С меня упал яд в тот момент. Пять тысяч. Хотя он хилится. Успевает все-таки хилиться. О, фу. Только долго он... Ой, ёпта, они на меня согрелись. Все. Теперь меня тоже нет. Ой, двое. Один бьется там, второй стоит, смотрит. А как это? А как это? Да. Неважно как. Главное, что это получилось. А, видишь, нужна гильдия 10 левела. О, вот это четко. Надо искать гильдию 10 левела. Прикольно. А мы с тобой вообще в гильдии или нет? Нет. Да, тоже не вижу. Кстати, у меня на ману вообще ничего. Ну, я сейчас кину спек. Пусть мана поднимается. А мы пока восстанавливаемся. В любом случае. Ну так, ауру врубай. Только не забывай забежать в круг. Так вот именно, что все должны зайти. А чего агрессия на меня? Что плохого не есть? Классно, он пропадает. Блин, нафиг я туда стреляю. Там с чупой. Ты хотел чупу убить. Я хотел убить все подряд. Все, что было.
Блин, я думаю, что такой маленький дамаг, нафиг, я не вышел из пека этого. Чуханова. Сейчас появится обратного. Должен. Опять не могу бить. Что-то, чтобы я мог хилить. Главное, да, главное, чтобы ты мог хилить. Это не резиновая. Это да. Так, сейчас опять появится он. Босянский. Почему у него там невосприимчивость? Да заколебал он убегать, а? Такое. Интересно вот это. Главное, чтобы вы выжили, блин. Ох ты ж пропустил. Чуть меня не положило. Ага. Я уже понял, как от них убегать от этих. Как? Когда эти штуки появляются. Блин, когда шипы появляются. Червяки под тобой появляются. Ты увидишь. Так это я видел. А этого ты не видел? Как от этих бегущих убежать? А, никак, я от них не бегаю. Блин, опять ткань. Кольцо. Что-то. Себе пойдет. Да. Еще их броне дает, прикинь. Кольца всем нужны. И ты выиграешь его, Андрюха. Давай трейд. На что меняемся? На силу выносливость. Если тебе нужно, давай одевай. Только он 72-го. Ну, мне до 72-го, конечно, еще есть что покачать. Мне на инту что-то надо. Блин, а что, больше не дает этих очки? Эмблемы? А мы разве в конце? Ну, раз она засчитала инст. Их просто потом дают больше в героических. В героических они должны падать. С учетом того, что нас хилил ЛМ. Кто-то успевает еще посмотреть прокачанные ветки, прикинь. Угу. Посмотри, ребята. Вот, это я помню. Я отдаю кольцо, все равно нам оно не надо. А танку пригодится. Ну, а давай, в принципе, мне бы оно тоже пригодилось, ну, раз ты уже отдал. Так оно выносливость и... Ча, где оно было? Нет, так-то оно больше, конечно, на танка, я понимаю. Выносливость. Тебе столько выносливости. Вместо силы, если была бы ловкость, было бы твое, не спорь. Ну да. А, еще крентику защиты, это точно танка. А что, куда мы идем? Мне кажется, он и одел. Сейчас посмотрим. А куда идем? Следующий вместе с ними. Да, он его и одел. Че, погнали? Погнали. Вот это прикольно. Сразу в пятером следующий подземелье. Это да. Первый раз, если что. И че, я один буду переноситься? А, все ждали только меня. Да. Цитаделька. Это крепость Утгард. Это не цитаделька. Андрюха, ты много купил хавки на ману? Да. Дай пару штук, пожалуйста. Давай трейд. Подожди, дай я тебе скину еще за стрелы на всякий случай. И за хавку заодно. И за доставку, походу, тоже там. Ну, там все, до кучи. Ты вообще без маны. Блин, крепость Утгард я 100 лет не был. А
без меня не справитесь, ребят. О, тут мы сейчас весь инф полностью будем проходить. Группой зашли сразу. Ну да. И не так поздно, в принципе, спокойно можем идти весь инф. И было бы прикольно еще пару инфов с ними пройти, если вдруг. И что тут 3 этажа? О, у меня питомец поднял уровень. Мне бы уже уровень поднять, у меня шмотки лежат, на следующий уровень будет маны побольше. На 71-й? Да. Далеко тебе до 71-го? Кстати, беги ровно прямо. Не сворачивай, а то призовешь к себе. Ага, танк решил, да, что я буду мелочиться? Он же видит, какой у нас сильный хил. Ну да, он думает, да что я? Ему да понравилось. Блин, с луком как будто медленнее стал стрелять, чем с оружием. Посмотрим на скорость атаки лука. Так, какая скорость атаки? Где здесь скорость атаки? Нет, ну тут 48,4 единицы урона в секунду, а тут 33 единицы урона в секунду, то есть здесь как бы быстрее. Лук все-таки должен быть быстрее, но почему-то он не быстрее. Что за магия там? Что там за магия? Я не в теме. С той стороны можно было пройти. А-а-а. Ну да, там короткий путь можно было пройти. Ничего страшного. Так, тоже нормально. Блин, не тем я воспользовался. Так, а ну вернулись. Ты сейчас прошел, кто вернулись, куда вернулись? Они разбежались, видишь, я не могу бить АОЕшкой их, они слишком далеко друг от друга. Дракона шкуру снять не можешь пока. Нет, 350 уровень нужен. Короче, последний уровень нужен, чтобы снимать здесь. Уже. Блин, да есть тотем маны наверху? Что-то есть. Какое имя? Я его поставил, а он мне не дает, ну, не показывает в кастах. Восполняет сколько-то там маны всего. Восполняет? Есть восполнение, восполняет 1% запаса маны раз в 5 секунд. Оно твое? Нет. Восполняет 41 единицы маны раз в 5 секунд, источник маны. Это тотем? Источник маны, да, у меня его не показывает почему-то. Как каст. Ладно, пошли, пошли дальше. Может быть. Блин, нафига ты их отбрасываешь? Это не я. Эта фигня дает мне ману. Это единственный карт, который дает мне автоматическое выполнение маны. А этот, блин, стоит в щите, ну? Мне приходится менять спеки, чтобы мана восстанавливалась чуть-чуть быстрее. Так, мы здесь где? Мы здесь тут. И кого будем бить первым? Кань, Андрюха, блин, вот тебе было бы прикольно, конечно, этот. На мага. Да, я бы тоже об этом посмотрел. Он становится на диване, персональным при надевании, то есть я могу его переплатить. Да, попроси, 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 ты уже попросил, да. Да он и в сравнении с тем, что у меня сейчас вообще. Ну, по броне тебя просто просадят и все.
Блин, а почему на меня? Не знаю, ты самый вкусный. Самое интересное, что я ничего не сделал. Вроде держим. Вроде что-то и держим, да. Тут ко мне какой-то скелет прицепился, в остальном все народ. Но переагрели. Нормально, нормально. Ведем, нормально. Чего они там? Паникуют раньше времени. Кто там тогда паниковал? И тишина. Блин, опять голова хорошая. Смотри, какая плотная ткань, блин. Я бы даже на этого одел. 49 интеллекта. Только если ты мог докинуть еще... Нет, то есть мне это нужно, да? О, смотри, вот, еще вот. Что-то. Вот-вот. Хоть что-то. О, ты выиграл что-то. На ловкость 90, как раз то, что тебе нужно. Это запястье? Да. Блин, они еще и в броне добавляют, прикинь. Хочу я, не хочу, надо одевать. О, поднялась атака. Это отлично. Сильно поднялась? Ну, криты начали падать на 200 единиц больше. На 200. Криты, понимаешь? Все хорошо. Посмотрим, мауешка, поскольку бить будет. Ну, мауешка не сильно поднялась, но поднялась. На 45 этих единиц. Неплохо, неплохо. Отлично поднялась. Надо одеваться лучше. По чуть-чуть будем одеваться. У тебя средний уровень должен был вырасти, правда? Да, у меня на 18 единиц поднялся средний уровень. 88 получается сейчас. Говорю, очень сильно поднялась. Что, сильно бьют тебя? Меня вроде нет. Кто-то бьет тебя. Бил. Это ты заметил. Пытался. Пытался. Вот сейчас еще один шарик должен на меня. Интересно, что не агрится на хила. А что ты мешаешь? Я силю танка? Да. И на кого согрелся? На Инферно. Такое. А, 7 тысяч. Уже даже не интересно. Я даже ударить не успел. Это мы все еще на первом этаже. Ясно. Ну, в целом, я смотрю, пока еще не легли ни разу. Уже неплохо идем. Ну да. А меня кто-то бьет. Вроде очень неплохо, группа, и зашли очень неплохо. Да-да-да. Отлично даже. Ага. Танк решил не останавливаться. Надо стигнуть. Чего бы. А ты как там по мане? Останавливаюсь, я даже успеваю оттачиться. Да? Прикольно. Как-то скучно, да? Открытая молния. Че, неплохо, неплохо. Хорошо справляемся с ними. Хорошо держит, у меня 21 кусок. И, кстати, на танке... А, так он священный щит одевает. И он поглощает урон, и все. Бежит себе спокойно. Ну да. Тем более, что священный щит... С палами идеально ходить. С кем? С паладинами? С паладинами. Да, с паладинами, да. С паладинами, да. Ну сейчас я кинул эту совместный удар, и у него по обоим прошел крит по 1500. То есть это уже хорошо. Тут всегда было их дофига. А? Тут всегда их было дофига. Я не знаю, почему кто меня бьет, я так и не знаю. Нравишься ты? Ты больше всех нравишься. Да я просто очнулся, когда у меня 25% хп. Опа. Что-то о, такая же кожа, как не у меня. Такая же кожа, как и у меня упал. Вот я тоже такое пока одел, но я ее и выиграл. Ты ее и выиграл? Да, если никто попрошайничать не будет, я хоть переоденусь. Потому что у меня, в принципе, слабее. У меня ловкость выносливость вообще. А, они слабенькие.
я решил сесть ману восстановить, это сейчас там босс. Ага, это босс, да, это босс. Вы еще до него не дошли? Мы здесь, мы у него. Они атаковали, я имею в виду. Нет, нормально, я успел. Сейчас я тоже... Калрун, хватит ли у тебя смелости атаковать вместе со мной? Конечно, зачем напрягаться, пытаясь оценить обстановку, недоумок? Лучше сразу полезть на рожок. Опа, он меня еще переобился. Ну они молодцы такие, они всех бьют. Он всех бьет по чуть-чуть. Он такой парень. Нет. Везде успевает. Вам мне вас хилить успевать. Вы помягче танк, вы ляжете быстрее. Там этот бегает, его бить нельзя, надо бить его питомца. Получается. Бегает. Нет, смерти почетнее. О, правая рука. У меня есть правая рука и левая рука. Так, мне это нужно. Все, то поем пока. Вот, единственный, кто может это поднять, походу. Только ты сказал, мне это нужно. Потому что у меня есть левая рука такая же, точно такая же, посмотри на меня. И увидишь, точно такая же. Левая рука у меня. Вот ты и выиграл. Вот теперь у меня и правая, и левая рука одинаковая. Ну, тем более, у тебя атака должна быть вообще хорошая. Там два таких. Или это ближний бой? Это ближний бой. Но урон должен сейчас проходить неплохо. А ну подожди, если я сниму сейчас. Блин, вроде все нормально. А вот дальний бой. А если я сниму, будет уменьшаться дальний бой? Увеличится только крит удар, Андрюх. С них. Ничего страшного, тоже хорошо. Ах, блин, я сагрил все-таки. Как бы не хотел. Я там сижу, рассматриваю, можно, нельзя, а вы уже впереди. И сюда. Бегу, бегу. К вам. Даже для ближнего боя это отлично. У меня ближний бой сейчас поднялось 500-700. Бывает же, когда они подбегают ко мне, мобы, правильно? Собирай танк, собирай. Я еще тотем на дамаг ставлю и вообще шикарно. Отлично, отлично. У меня он вообще как проходит, отлично. Всех разом положим, да и все. Блин. Андрюха, смотри, ой, какое плечо. А, выносливость интеллект. Ну да. Но я не могу его только на мага передать, разве что. Но он при надевании. Я отказываюсь, бери. Его берет кто-то инферно, мне это нужно. Но он чернокнижник, правда, ему ткань может быть и нужна. Ты отказываешься. Я отказался. Он и выиграл. Что там выпало, плечо? Плечо, плечо. У него лучше, чем это. А нет, у него чуть-чуть слабее. Но у него тоже ткань? А, ну там уже чернокнижник. А у него тоже ткань, да. Ну, чернокнижник, у него ткань. Ну, может, он переоденет на себя. Ух ты. Как нашего танка бьет хорошо. Я что, промахиваюсь или что? Не вижу свои удары. А, во, вижу. А я на каком месте? На пятом? Я вижу только три. Не могу список больше делать. Надо посмотреть где-то в настройках. Хорошо, значит я даже не на третьем месте, да? Да. Ну я не знаю, ты его бил этого крылатого? Не, я бил главного. Я главного бил. Ну то есть наездника. Я наездника бил. Моя добыча это была. А, вот моя добыча. А, блин! Я в духе гепарда, конечно, я бью слабо. Я в духе гепарда бьюсь. Так вот, переменяй. Сейчас будет мясо, это да. Блин, ну 120 тонн, в принципе. Мы только что 247 тонн положили в Нексусе. Ты про того Анубаракса? Нет, я про дракона. В этом уже? Нет, в прошлом. В Нексусе мы с ними с какого инста пришли вместе, Андрюха? Блин. А еще я забыл, что я хил. Очень страшно. Че сейчас у вас там хилили? Какие-то лаги были тогда, что? Это да, я тоже заметил. Моя жизнь. Что ж ты за... А, подожди, 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 подожди. Это еще не весь босс. Это еще не весь босс. Сейчас он воскреснет. И будет еще сильнее.
А сейчас он будет сильно бить, это правда. Я вернулся! Еще один шанс расклеить вам рулю! Блин, лагает ужасно. Есть такое? Или сервер не вывозит, или что за фигня? Не могу сказать. Или просто босс такой. Забаган. Я не могу стрелять. Я просто лег. У него 20 кусков. А я не могу стрелять. О, смог. Ну а на это на сегодня все. Тебе спасибо, что ты был со мной. Я надеюсь, тебе все понравилось. Ты поставил лайк, написал комментарий и подписался на канал, если не был подписан. Люблю, целую, крепко обнимаю. Твой блокнот. Пока-пока.